Так, всем привет и всем здравия. Москва. 3 августа сегодня у нас. Время 10 утра. Всех приветствую. Улица Народного ополчения. Ездил устраиваться на работу. Пока буду болтать заодно и сам посмотрите, какая нынче столица. Впереди метро Октябрьское поле. Добирался сюда, это вообще пипец. Больше 2 часов, блин, охренеть можно. Короче, приехал, пока пропуск выписали, это ГБУ, автодороги. Вот. Начальник там, ну я вчера ему звонил, договорились. Мужик такой отличный, блин. Юрий Анатольевич, такой настоящий русский мужик, таких полно, блин. Он документы посмотрел, говорит, блин, все нормально, все устраивает. Вот. Но, говорит, у тебя там запись трудовой есть. Я говорю, да я знаю. Запись 90-го года. 1990 года от кооператива. Тогда кооперативы были, уже ни хрена ничего не работало. Кто помнит эти времена? Нас тогда всю бригаду, блин, уволили за прогулы. А надо было где-то. Мы, короче, на шабашках фигарили. Да ну и кооператив-то не работал. Он говорит, не знаю, пройдет или нет. Я говорю, вы что, 32 года назад? Не-не, у нас с этим строго. Я типа все понимаю, блин. Меня-то все устраивает. Пошел в кадры. Приходит, не, говорит, у нас должна быть чистая репутация. Я говорю, что такое? Короче, посидели, посмеялись, блин, мужик отличный такой. Такие, знаете, бывают душою компании такие. Вот. Да. А работенка была бы нормальной. Рядом с домом, никуда ехать не надо. Да еще сутки трое, зарплата 40, блин. Вот так вот. Но это ГБУ, государственное бюджетное учреждение, да? Вот, от Москвы. Так что этот вариантик тоже не проканал. Почему тоже? Было место, я сам не поехал, очень далеко. Вообще на другую сторону Москвы. И там еще... В общем, вот такие новости. Сейчас на свою старую работу поеду. Сейчас зайду кофейку, попью где-нибудь. Еду на свою старую работу. Обещал привезти ключ разводной. Шведик называется. Вот. А здесь работа была бы, конечно, не по профессии моей. Вот. Но тем не менее, как бы мы люди привыкшие, но все равно не проскочило. Вот из-за этой херни, из-за бардака, блядь, 90-х. Кстати, и не только у меня, у многих тогда и стажи накрыты были, как же как он на ЗЛК. Трудовые просто выдали, а там многие задним числом уволены и многое другое. В общем, еду на свою старую работу. Тоже, блин, не ближний свет, с пересадкой сейчас в центре. Вот. Позвоню сейчас еще в одно место. Мужик обещал позвонить, ни хрена, лучше сам позвоню. То есть все точки над «и» поставить. Вот. Там им слесарь нужен был на дежурку. В принципе, не так далеко, метро Тульское, мне по одной ветке, и там недалеко от метро. Позвоню сейчас, пока я здесь, сейчас Севастопольское ему завякну. Ну что, вот такие новости, ребята.
Ну, всем пока. Видео ставлю на загрузку. Будет что-то еще новенького добавлю. Ролики такого типа все равно интересны, да? То есть живая история. Ой, день сегодня жаркий. За двадцатку где-то по 30, наверное, уже прет. Хотя солнышко здесь не южное. Оно томит, блин. Как духота такая, тем более в городе. Я уж думаю приехать сейчас домой, сесть на велик и махнуть на пруд, блин, вон на Астафьево. По-моему, это будет лучше всего, чтобы не терять день. Окунуться, позагорать, погреться, на велике прокатиться. В общем, сейчас прям с Севастопольской позвоню. Нет, я собираюсь и валю домой. Вот объясните, что это она делает? На взлет пошла? А вы говорите, мессершмитты не летают. Еще как летают, особенно в Москве. Ну ладно, всем до свидания, всем пока.